Сегодня Славянский район – один из ведущих субъектов экономики Краснодарского края. В прошлом году по показателям социально-экономического состояния наш муниципалитет был отнесен к группе территорий с высоким уровнем развития и занимал 7-е место среди 44 муниципалитетов. Как обстоят дела в этом году, удалось ли удержать позиции славянским предпринимателям, нам рассказала начальник управления экономического развития администрации района Юлия Афанасьева. Говоря о социально-экономическом развитии Славянского района, начну с того, какие задачи стояли по развитию экономики в начале этого года. На фоне предыдущего тяжелого года это и количество санкций, и проблемы с импортным оборудованием, комплектующим, сырьем, проблемы на финансовом рынке, с системами расчетов. Основной задачей стояло не допустить сокращения или падения экономики, выйти на положительные темпы роста наших базовых отраслей. Вторая задача – это не допустить сокращения числа субъектов малого предпринимательства, максимально доступно донести информацию о мерах государственной поддержки. И третья задача – это продолжить на территории района реализацию инвестиционных проектов, максимально принять участие в национальных проектах и государственных программах с привлечением средств федерального и краевого бюджета к нам в район. По итогам 10 месяцев мы понимаем, что бизнес смог сориентироваться и продолжается адаптация к новым экономическим условиям. Кому-то эти условия дали толчок для развития, и ожидаемые темпы роста наших отраслей выполняются. Одним из основных показателей здоровья бизнеса является прибыль. Анализируя промежуточные итоги по нашим базовым отраслям, финансовые результаты деятельности предприятий находятся в положительном сальдо. Темп роста прибыли составил 135% при среднекраевом 129%. Рост прибыли наблюдается в группе предприятий отраслей промышленности, сельского хозяйства, розничной оптовой торговли, строительном и транспортном комплексе. Численность субъектов малого предпринимательства растет. Из 10 900 предпринимателей у нас 5950 самозанятых, или 55%. Уровень регистрируемой безработицы сохраняется 0,3% при среднекраевом 0,4%. Сейчас растут производства, которые внедряют современные технологии. Район развивается. На следующий год объем экономики прогнозируется в 254 миллиарда рублей с приростом 7,2%. Благодаря многоотраслевой экономике, опыту руководителей наших предприятий, желанию внедрять новые технологии, гибкости и возможностям быстрого реагирования и перестраивания малого бизнеса, социально-экономическое развитие нашего района на протяжении многих лет сохраняет свои позиции в десятке лучших муниципалитетов края.